Інтересне протокольне доручення. Отак. Відділ архітектури та КП УФКСТ. Надати пропозиції щодо оновлення тренажерів на стежці здоров'я. Вот в таком состоянии оборудования сейчас на тропе здоровья. Ни нормального функционального оборудования, ни нормального покрытия. Ну это просто стыдоба, нельзя на таком заниматься. И в этот раз мы решили пойти нормальным путем, когда не мы, чинуши, выбираем тренажеры и оборудование, которое, как нам кажется, надо туда установить, а спросили действительно у профессионалов, у людей, которые там занимаются. Мы обратились к ребятам, которые занимаются на тропе здоровья каждый день. Ну, там, почти каждый день. И спросили у них, какие бы тренажеры они хотели бы видеть там. И вот спустя там месяц мы получили такую подборку, из которой сейчас мы вместе выбираем то, что первоочередное. Поэтому сегодня Ольга помогает нам выбрать все то, что депутаты, я надеюсь, проголосуют, профинансируют, и мы закупим на тропу здоровья. На тропе первый плюс – это свежий воздух, второй плюс – это тень. Вот. А потом уже дальше, если нам опять выделят деньги, мы сможем как бы дальше развивать эту уже историю и дополнять как бы тропу. Как их поставить? Это мы уже можем договориться всегда. Было бы что ставить. Человек, идя по тропе, вот, зашел на один остров и потом зашел еще на второй остров. Определяемся, какие тренажеры нам нужны, мы их приобретаем. И вот по результатам нашей встречи служебная записка на имя мэра, он ее подписывает и дело закручивается. Так что мы свою организационную часть работы выполняем, Ольга свою часть работы по специализации тренажеров выполняет, а вы уж, депутаты, не подведите, нельзя злить спортсменов. На придбання вуличних тренажерів на нашу стежку здоров'я 200 тисяч гривень. Все, за 14 рішення прийнято, дякую.